Очередной сход граждан прошел в Волинском сельском поселении. В работе схода принимали участие глава районной администрации Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидакоев, прокурор района Мурат Хакуй, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев. В ходе заседания был заслушан отчет главы администрации Волинского поселения Мурата Хагурова о социально-экономическом развитии населенного пункта за 9 месяцев текущего года. За прошедший период работы администрации поселения проведены работы по следующим направлениям. По благоустройству на 2016 год был утвержден бюджет поселения в сумме 6 миллионов 485 тысяч рублей. Ремонт уличного освещения, восстановление и полная реконструкция пожарного депо, установка дорожной остановки по улице Международной, монтаж и замена пожарной сигнализации СДК, оплата уличного освещения, установка систем оповещения в селе, составление карты плана границ СДК, ямочный ремонт по улице Международной и улице Чапаева, ремонт автодороги, автомобильной дороги улицы Ленина, а также ремонт объездной дороги село Луны. Завершение газификации хутора Громаня и Друдьки, отсыпка гравийно покрытой кладбища хутора Громаня и Друдьки, расчистка канала хутора Громаня и Друдьки, установка спортивной площадки хутора Шиковникова. Также по линии района в этом году были тоже много работ проделаны. Дорожка вещь. Лично от жителей поселения и от меня лично хочу поблагодарить за реконструкцию спортивного зала в нашей школе. На это восстановление ушло чуть больше 2 миллионов. Так, ремонт отопления в селе Война в школе за 40 тысяч рублей. Газификация здания школы хутора Карманной Девойской 750 тысяч рублей. И закупка 2 котлов на 90 тысяч рублей. Докладчик отметил положительную динамику населенного пункта по всем направлениям, остановился на задачах, актуальных на сегодня, и затронул вопросы, которые необходимо решить в перспективе. Участковый уполномоченный полиции Магомед Итлишев отчитался о проведенной работе за текущий год. На территории Волинского сельского поселения в истекающем периоде 2017 года за 10 месяцев зарегистрировано 39 преступлений, из которых расследованы и переданы суды с обвинительным заключением и обвинительным актом. 34 уголовных дела. Нераскрытыми на сегодняшний день на территории остается 5 преступлений. Нашими силами в отчетном периоде выявлено и раскрыто 9 преступлений. Рассмотрено обращение граждан в количестве 92. Далее хочу остановиться на профилактической работе, проводимой на территории сельского поселения. За отчетный период на территории обслуживания было выявлено 130 административных правонарушений, по которым лица, или допустившие, были привлечены к административной ответственности. Нашими силами было выявлено 72 административных правонарушений. На сходе жители имели возможность задать волнующие их вопросы главе района, на что Заур Хамирзов дал исчерпывающие ответы. После выступления всех гостей Мурат Хагуров вручил почетные грамоты жителям поселения, вкладывающим свою постоянную лепту в развитие села. Сход граждан в Волинском поселении завершился пожеланиями от жителей Мурату Хагурову успешной работы в дальнейшем. Отрадно отметить, что деятельность руководителя администрации сельского поселения волинцы оценили высоко.